В последнее время в Саратовской области все чаще в лентах новостей стала появляться информация о нападениях на фельдшеров и врачей скорой помощи. И общественники задумались о защите медиков. Этот вопрос также подняли сегодня на планерке в Балаковской администрации. Мы же знаем, в последнее время у нас нападения на врачей среднего звена очень часто происходят именно в Саратовской области. Александр Соломонович Ландо внес такое предложение в целях безопасности тех наших людей, которые первыми приходят на помощь, я имею в виду скорой помощи, фельдшера, есть какая-то у них связь, экстренная связь с службами полиции, там, с другими, с диспетчерской. Директор управления по организации оказания медицинской помощи БМР Татьяна Жарабанова рассказала, что на сегодняшний день связь с диспетчерами осуществляется с помощью раций. Мы сейчас работаем над тем, чтобы бригады были укомплектованы все-таки не менее двумя медицинскими работниками. С этой целью приняты медсестры бригады и планируется еще 8 человек, которые придут к нам после окончания учебного процесса в этом году. Тревожные кнопки в бригаде пока что нет, но мы планируем этим заниматься. Татьяне Шарабановой и заместителю главы АБМР по социальным вопросам Татьяне Калининой поручили рассмотреть техническую сторону вопроса. Мы сегодня готовим к вводу в эксплуатацию новую единую диспетчерскую службу. Обязательно вы рассмотрите техническую сторону. У каждого человека, который выезжает на выезд, была возможность подать сигнал в единую диспетчерскую службу, а там уже знают специалисты, как довести информацию до кого, о том, что не все в порядке. Что касается укомплектованности кадрами, ставку нужно делать в первую очередь на среднее звено, то есть привлекать к работе в скорой помощи выпускников СУЗов. Обеспечение кадрами среднего звена прежде всего. И в первую очередь такая задача стоит перед Балаковым, Энгельсом и Саратом, где есть эти учреждения. И у нас есть все возможности в кратчайшие сроки обеспечить нашу скорую помощь нашими же кадрами, нашими же детьми. Значит, где-то мы просто не дорабатываем. Я думаю, просто это вопрос взять нужно на особый контроль и довести все до логического завершения.